Также установлен особый порядок регистрационного учета. Граждане России, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, за исключением больниц, гостиниц и санаториев, или прибывшие для постоянного проживания на новое место жительства, обязаны не позднее 3 дней со дня прибытия обратиться в отдел по вопросам миграции. Постановка на учет по месту пребывания или регистрации по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в течение 1 суток со дня их прибытия. Предоставить документы может как принимающая сторона, так и непосредственно иностранный гражданин. Подать документы и получить консультации можно по адресам, которые вы видите на экране. За несоблюдение требований нарушители могут быть привлечены к административной и к уголовной ответственности.